Загадка от Кирочки. Загадывай. Следующая загадка. Давай. Что делают, когда чинят? Когда что-то чинят или делают ремонт? Ремонт, наверное. Скучают по старой квартире. Новая загадка от Кирочки. Что делают тогда, когда скучно делать уроки? Ну, наверное, ложатся спать. Скучают по детству. И последняя загадка от Кирочки. Что делает мальчик, когда у него есть живой ослик, а на травке у него есть мышка? Разговаривает с осликом. А что? Мышка смотрит на осла.